имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Я помню и горжусь своими предками, героями и освободителями. Я хотела бы рассказать о своем великом дедушке, который воевал ради нашего мира, ради нашего счастья, ради светлого будущего. Гвардии старший сержант Севастьянов Алексей Мефодьевич. Он родился 30 марта 1912 года в Самарской области. Дедушка начинал свой жизненный путь с работы инструктора в военной автошколе в городе Ташкенте. После многочисленных обращений в военный комиссариат добился перевода в действующую армию на Западный фронт. Был механиком-водителем танка, неоднократно ранен. Воевал в составе 14-й танковой бригады 4-го гвардейского танкового корпуса. Войну окончил 9 мая 1945 года в столице Чехословакии, Праге. Уже в мирное время ветеран Великой Отечественной войны Алексей Мефодьевич продолжил любимое дело и работал водителем. Дедушка награжден орденом Славы 3-й степени, медалями за отвагу, за освобождение Праги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 годов и другими медалями. Я помню, я горжусь, служу России.